Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы поговорим, чем же полезен тренажер Смита. Наращивать силу, тренироваться безопасно и пробить застой в результатах во всем этом поможет тренажер Смита, который есть практически в каждом современном тренажерном зале. Ни в коем случае не стоит отказываться от стандартных упражнений, чтобы тренажер, машина Смита, заменил многие упражнения. Но периодическое внедрение этого тренажера в процесс тренировок принесет свои особенные преимущества. Первое. Уменьшение нагрузки на мышцы, стабилизаторы. В отличие от выполнения упражнений со свободными весами, с гантелями и штангой, тренажер Смита стабилизирует вес, оберегая туловище от раскачивания. Таким образом, не стоит тратить дополнительных усилий, чтобы из-за дисбаланса координация и вес не рухнул на пол. Когда роль мышц-стабилизаторов забрала на себя железная машина, нагрузку можно прицельно направить в тренируемую область. Таким образом, вес в жиме лежа узким хватом или приседанием можно взять побольше. Второе. Широкая возможность разнообразия упражнений. Каждый долгожитель тренажеров зала знает, периодическая смена методик и схем тренировок принесет лучший результат, чем выполнение упражнений в однообразной манере. Какие преимущества в этом плане имеет данный тренажер? Возможность тренироваться в частичной амплитуде, что позволяет быстрее достичь отказа мышц без опасения, что уставшие мышцы подведут и при нарушении координации вес упадет. Более удобно удерживать отягощение в необходимой амплитуде, выбрав подходящий для этого угол нагрузки, выполняя так называемое изометрическое напряжение. Удобно выполнять негативные повторения или брать вес больше обычного. В случае отказа мышц специальные фиксаторы остановят падающий гриф. Номер 3. Возможность тренироваться во взрывной манере. Выполнять взрывные упражнения, например, приседания со штангой, проблематично, а иногда просто невозможно, ведь легко потерять равновесие или получить травму. Совсем другое дело в тренажере Смита, в котором можно выполнять быстрые приседания в полной амплитуде, в то время выполняя со свободными весами последние 30% дистанции. Начинается сознательное замедление, чтобы снаряд не выпал из рук или не потерять то же самое равновесие. Отсутствие опасения, что штанга выпадет из рук, позволяет включить в работу максимальное количество мышечных волокон, задействовать которые в классическом варианте невозможно. Используйте на практике взрывную манеру и ощутите разницу. Только перед этим хорошо разомнитесь, а также выполните пару разминочных подходов. Номер 4. Безопасность и уверенность в собственных силах. Действительно, выполняя, к примеру, жим лежа или приседания стандартными упражнениями, часто возникает мысль: осилю ли я или взять вес поменьше? Ведь не всегда есть страхующий. Тренажер Смит исключает эти опасения. Неважно, на какой стадии откажут мышцы под мощной нагрузкой, всегда можно откинуть фиксаторы, которые всегда придут нам на помощь. Безопасность выполнения упражнений позволит лучше сфокусироваться на тренируемой области, увеличивая силу и массу или способствуя похудению, принося больше пользы и эффекта от тренировок. Номер 5. Сильная нагрузка на ягодицы. Выполняя классические приседания, ягодицы, конечно, работают, тоже серьезно, но за счет возможности поставить ноги дальше, нагрузка прицельно бьет в ягодицы. После тренировки ягодиц в Смите вы их сразу почувствуете, несмотря на то, что выполняете обычные приседания уже много лет. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!